сейчас мы погасим звездные метели.
уже там намешивают. Ты пиво со страйком. Нормально. Главное за 100 тысяч. Пиво одно. Thank you.
Thank you.
Смотрите, видите, что сумма доходит, сумма доходит.
Thank you.
15 миллиардов русских. Он обещал большую часть отдать благотворительность. Он обещал? Да, сказал, если вы будете президентом, он обещал даже жениться. Вот, он не сказал на ком. Не сказал на ком, не сказал. Вот, сказал, что раздаст все свое состояние, будет нищим. Нищим, да, наверное, деньги вообще не нужны, но все больше. Ну, так, да, мы до конца дня его себе как что-то не ну, вообще, я даже женись, я бы хотела спрыгнуть ему в лицо. Я бы уже была сам не что я. Он маме своей говорил. Я даже женись с мамой не стану. Нет, он все сказал. Типа, это такой вообще последний день, жениться за фу. А что за фу? Зачем? Ну, вы согласен, на полном уровне, на один час перевод на него. А вы все равно имеете право голосовать. Каким образом?
Да, так, ну, понятно.
Thank you.
запутанный, раскрывает нынешнее. Компания была самой сложной за 12 лет. Thank you.
Thank you.
Thank you.
Почему предполагалось использовать все
такой ковров. Наша система позволяет записать
Thank you.
Уже
всего говорит, что явка избирателей довольно-таки высокая, она может за это способствовала солнечная и теплая погода почти на всей территории Дагестана. Итак, по предварительным данным регионального ЦИК в республике проголосовало почти, вернее, более миллиона избирателей, что составляет 75% от общего числа голосующих. Наиболее активно голосовали в Махачкале, сельской местности, уже к полудню. В одном только Куринском районе республики на выборы пришли более половины всех избирателей. С 8 утра в Дагестане открылись двери ровно 1900 избирательных участков. На всех были установлены веб-камеры, но только треть была обеспечена выходом в интернет. Это связано со сложным рельефом местности, особенно в горных районах. На остальных избирательных участках камеры работали, но всю процедуру голосования можно будет смотреть только в записи. Не обошлось без технических накладок, так вот Махачкале на несколько часов подключили около 10 веб-камер, в процессе установили дежурные бригады инженеров. На выборы приходили голосовать полные семьи, их активности на бюджетах. Особое внимание местные власти уделяли обеспечению безопасности на избирательных участках. На каждом были установлены металлодетекторы, тысячи полицейских, которые на круглосуточные дежурные. До начала голосования все помещения осмотрели кинологи. Всего же на выборах задействованы более 10 тысяч сотрудников МВД Дагестана. Кроме того, в 12 районах республики состоялись выборы в органы местного самоуправления. Дагестанцы собрали 17 полицейских муниципальных образований. На место этого выборы по вчера данным главного издания со стороны наблюдателей и местного населения пока не поступало, было считать как спокойно и
Вот почему-то оно приготовлено в ведущей.
Да, да, да.